На поле длиной в 40 метров разгорается настоящая борьба. Команда из Тайшета против футболистов из Слюдянки. По уровню напряжения этот матч ничуть не уступает Мундиалю. И неудивительно, делятся постоянные болельщики. Финал турнира памяти Льва Перминова проходит всегда ярко и горячо. Соревнования, посвященные памяти иркутского радиокомментатора Льва Перминова, проходят уже в 32-й раз. На турнир приезжают любительские команды по мини-футболу со всего региона. В этом году на стадионе «Труд» за главный приз боролись сильнейшие – победители прошлых лет. Всего 24 команды. Больше не позволили эпидограничения. Могло бы 60 и 80 команд приехать, как было в прошлом году, как было в предыдущие годы. Рекорд 81 команда. Но дело не в рекорде. Дело в турнире ради любителей. Ради памяти Льва Петровича, с которым мы были знакомы тысячу лет. И когда он скончался, я придумал этот турнир. Я просто горжусь этим турниром. Я горжусь, что эти ребята приезжают со всей Иркутской области. За 30 лет турнир объединил сотни команд. Многие уже знают друг друга и поддерживают хорошие отношения. Поэтому соперничество проявляется только на поле. Долгие годы не меняется и судейский состав, спонсоры и организаторы. Мы уже не первый год поддерживаем. Естественно, не собираемся прекращать. Потому что этот турнир действительно любительский. Собирает много желающих, кто действительно любит футбол, играет, скажем так, по велению души, а не за зарплату. По итогам финальной игры победителями турнира стали футболисты из Слюдянки. Для них это победа первая. Второе место у команды Тайшет. Бронзу соревнований завоевала команда Тим Каунти. Все эти коллективы боролись практически на равных. Но выиграть, как отмечают победители, помогла тактика. Командные действия, прессинг, давление, концентрация, ничего не сдали, все получилось, все хорошо. Были в позапрошлом году призерами, второе в финале Шелихова проиграли, но ничего, приехали, исправились вновь. В следующем году Льву Перминову исполнилось бы 100 лет. Дата важная, поэтому и турнир будет особенным. Как отметил бессменный инициатор и создатель турнира Павел Кушкин, в планах собрать символичные 100 команд. Главное, чтобы не помешала эпидобстановка. Иван Губин, Сергей Коваленков. Новости сейчас.